Меценаты Каспийска поддержали программу по благоустройству городских пляжей. На сегодняшний день в Каспийске продолжается работа по созданию общественного пространства на береговой линии. Как уже отмечалось ранее, руководство «Зеленого города» разрабатывает концепцию по преображению берега в соответствии со всеми современными требованиями, которые не учитывала предыдущая генеральная схема города. Был разработан проект благоустройства пляжной территории. После согласования всех деталей с руководством города сотрудники МБУ «Зеленый город» приступили к реализации. Первые шаги к преображению зоны отдыха уже наблюдаются на территории пляжа возле глазной клиники. Разительные перемены без промедления получили оценку туристов. Мы каждый год здесь бываем, даже зимой. Нам здесь все нравится. Приезжаем, вот меняется это заметно. Все красиво, все нравится, благоустраивается город, пляж. Благоустройство территории отчасти является заслугой местных предпринимателей, отмечает помощник начальника предприятия «Зеленый город» Шамиль Магомедов. При разработке плана преображения было предусмотрено возведение дополнительных объектов. Они бы повысили туристическую привлекательность берега, однако требовали больших финансовых вложений. Осуществление на вид рентабельного решения могло затянуться на неопределенный срок. На просьбу о помощи родному городу охотно откликнулись меценаты Каспийска. По поручению главы администрации города Гонцова Бориса Ивановича и МБУ «Зеленый город» мы благоустраиваем городской пляж, установили зонтики, лежаки. В ближайшее время установим видеонаблюдение, душевые кабинки. Хотим также устроить там туалет и благоустроить, привести в надлежащий вид городской пляж. Воспользоваться шезлонгами, навесами и беседками посетители пляжа могут по символической стоимости. Вырученные средства планируют использовать для реализации дальнейших преображений на берегу и в парковой зоне, а также пойдут на оплату труда рабочих, отмечает Магомедов. Мы будем делать освещение в парковой зоне, там, где освещения не хватает. Мы будем устанавливать видеонаблюдение. Также эти деньги будут направлены на сотрудника, который будет непосредственно заниматься контролем уборки порядка на пляжной парковой территории. На следующий сезон мы благоустроим вот это начало благоустроенной территории. Да, мы хотели бы ее продолжить дальше. Мы также дальше хотели бы установить зоны аттракционов, то есть батуты, цепочки, то есть чтобы дети приходили сюда, родители приходили с детьми, то есть досуг, развлечения, как говорится, все было на месте. Также у нас планируется летний кинотеатр в той стороне. Как вы можете наблюдать, на первом пляже уже кинотеатр летний есть. Многие довольны, многие хотят, чтобы развивались именно в этом направлении современной стилистики. Наша съемочная группа продолжает следить за ходом реализации проекта по преображению береговой линии. Поделиться своим мнением или оставить пожелания вы можете в комментариях к этому видео.